Ленинский районный суд столицы республики вынес приговор в отношении двух чебоксарцев. Мать двоих детей вместе со своим другом полгода держали наркопритон. КДН, содержащие медпрепараты, необходимые для приготовления дезаморфина, мужчина приобретал за счет своих клиентов. В ходе обыска в квартире наркополицейскими найдены шприцы, посуда и ингредиенты, необходимые для изготовления дезаморфина. Все реактивы хранились на кухне под раковиной в обычном пластиковом пакете. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно. Также он обязан пройти курс лечения от наркомании. Женщина же признала свою вину и раскаялась в содеянном. Наличие несовершеннолетних детей стало смягчающим обстоятельством при вынесении судебного приговора. В итоге ей назначили 2 года лишения свободы условно.